Привет! Ты снова на канале IT User Help. В этом видео я хочу рассказать тебе о самом красивом приложении на твой смартфон с операционной системой Android либо iOS. Вот такое завораживающее приложение ты можешь скачать и установить бесплатно на свой смартфон. И не теряя времени, давай я покажу, как тебе это сделать. Для этого зайдем в Google Play Market и в поиске введем Fluid Simulation, прям как видишь у меня сейчас на экране. Нажимаем поиск, и нам нужно приложение Fluid Simulation от разработчика Павель Добряков. Вот такая иконка, скачиваем, устанавливаем и открываем это приложение. Это бесплатная версия, которая обладает очень большим функционалом. Есть еще платная версия, которую ты можешь приобрести, если тебе потребуется дополнительный функционал. Помимо того, что здесь ты видишь сейчас на экране, есть много настроек. Если дождаться, когда все потухнет, появляется вверху точка, нажимаем на нее. Здесь ты можешь выбрать пресеты дополнительные, которые меняют эмуляцию жидкости. Ты можешь рисовать двумя пальцами или тремя даже. Давай установим стандартный пресет и посмотрим, какие есть настройки. Качество. Сразу выставляем высокое, если у тебя достаточно производительный смартфон, смотри, насколько улучшилось качество картинки. Размер выставляем 256, это если телефон поддерживает у тебя, производительности хватает. Диффузию можешь поменять. В общем, здесь поиграться есть с какими настройками, очень много их. Выбери то, что тебе нравится больше всего. Радиус, это то, насколько тонкое будет рисование. Время можно замедлить, ускорить. Блюм и так далее. Также в премиум приложении есть еще куча настроек. Есть возможность съемки, то есть ты можешь делать скриншоты. Еще есть функция записи. Нажимаем на паузу, рисуем и запускаем. Кроме того, есть еще функция живых
обоев, это означает, что ты можешь установить это приложение в качестве живых обоев. Это вообще очень крутая функция. Давай посмотрим, как это работает. Нажимаем «Установить обои». Подтверждаем. И вот такие живые обои у тебя появляются на твоем смартфоне. Выглядит очень круто. Кроме того, хочу еще рассказать. К примеру, ты можешь самостоятельно заснять экран, когда рисуешь, и это видео установить себе как живые обои. К примеру, можешь запустить запись экрана и рисовать, как тебе нравится, а потом, отредактировав файл, например, вырезать самый понравившийся кусок, ты потом это видео можешь поставить себе на экран как живые обои, либо сделать, нарисовать и сделать скриншот. Ну а если у тебя iPhone с операционной системой iOS, ты можешь найти это приложение также в App Store. Для этого заходишь на своем iPhone в App Store, вводишь Fluid Simulation, и как видишь, это приложение также есть в App Store для скачивания, доступно, можешь установить и пользоваться теми же функциями. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на канал и оставляй любой комментарий под этим видео. Всем пока!